Сегодня открылась новая дорога. Скоростное шоссе до Зеленограда. И я сейчас хочу туда попробовать попасть. Ну, надо попробовать проехать. Первый раз по новой дороге. Это же, в общем-то, исторические кадры. Дело в том, что Зеленоград испытывал огромные трудности от, ну, связь Зеленограда с Москвой. Ленинградка постоянно была заполнена, и мы с огромным воодушевлением ждали открытия нового шоссе. Почему-то я, правда, указатель на него не вижу еще пока сейчас. Но будем надеяться, что где-то они здесь будут. Еду. Еду узнавать новое. Не знаю, слухи или не слухи, что там что-то открыли, но пробка, по-моему, здесь конкретно. А, там авария. Ладно. Продолжаем наше путешествие. Не все еще потеряно, не все еще известно. Много нового мы можем сегодня узнать. Вот, а можем оказаться просто в пробке. Такова селявя. Дорога. Вот, пожалуй, новый указатель. Санкт-Петербург, платная. Химки, Москва, центр. Так, нам туда. Ну, она платная в будущем, пока она бесплатная, говорят. Сейчас посмотрим. Ну что ж, без обману. Вот. Я на новой автостраде. Ну, по крайней мере, пока мне так кажется. Санкт-Петербург, Шереметьево тут указатель. На Москву на центр съездов нету. Попробую проеду, я тут пока один еду. Знака не было, что нельзя ехать. Попробую. Слухи об открытии дороги оказались преувеличены. Там все перегорожено. То, что я сейчас назад поеду. Я вот тут что-то не заладилось. Там все перегорожено, так что едем назад. Вот ТИКС. Объявили, что открыли, все перегорожено. Вот ТИНА. Хрен поймешь, а? Ну ладно, извините за хрен поймешь, поеду-ка я назад. Скажем так, фокус не удался. Что за фигня? Не знаю, считаю потом в интернете. Въезд явно был. Так сказать, никаких знаков запрещающих не было. Вроде бы объявили, что открыли. А там стоят грузовики, перегородив дорогу. Я не стал подъезжать, узнавать. Ну что, не стоит монументально, как танки. Что дорога-то, получается, еще закрыта. Может, она от Шереметьево открыта до Зеленограда? Не знаю. Чудны дела твои, господи, а? Ну ладно, дорога есть. Ничего, откроют. Не так уж и долго осталось уже, судя по всему. А сейчас будем домой пробираться как-нибудь. Ползком. Въезд в Зеленоград, вот, и здесь сейчас вешается плакат о том, что отсюда можно проехать Шереметьево. Он, ну, так сказать, говорит о том, что будет дорога в Шереметьево отсюда, но пока, видимо, все закрыто. Видимо, я что-то перепутал, что сегодня открыли дорогу. Возможно, принял желаемое за действительное. Не знаю, не знаю. Но почему-то мне показалось, что сегодня дорога должна была быть открыта. Ну, может, что-то и поменялось, вот, не знаю. Ну вот здесь, по крайней мере, транспорта не видно. Хотя вроде дорога расчищена. И с той стороны у нас выезд с города вроде бы расчищен. Не знаю. Загадка. Вся жизнь наша загадка. Так что пока загадка осталась неразрешена. А нет, выезд еще пока закрыт. Видимо, планировалось, но не смогли это сделать. Бывает. Ладно, продолжаем присматривать за автодорогой и надеяться на ее скорое открытие. Я дома. Это наш маленький город Зеленоград. Маленький, но очень уютный. Вот так вот.